Снова здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас победитель Кубка России Татьяна Лагунова. Ну, какие ощущения победы? Вижу улыбку на вашем лице. Поздравляю вас. Сами что чувствуете? Творение. Наконец-то сегодняшний день закончился. Закончился неплохо. Фехтование мне мое пока нравится. Так как есть результат, сегодня первое. Тренировка прошла неплохо. Работаем дальше. У вас очень хороший старт в этом сезоне, феноменальные результаты, можно сказать. Может быть, это с чем-то связано, какой-то новая там тренерская система, еще что-нибудь? Безусловно, у меня очень замечательный тренер Анджело Мацони. У нас все получается, я довольна и мне нравится. А какие главные старты в этом сезоне? Куда вы поедете с особым настроем? Я на все турниры езжу с особым настроем. Надеюсь, на все поеду. Ну и о Кубке России. Что было самым сложным, так сказать, на этом Кубке? Какой бой, может быть, какой-то момент? Сегодня проснуться было сложно. Приехать сюда. Было прохладно, потому что мы фехтовали на ледовой арене. Ну вот сейчас я уже вот могу сказать, согрелась, разогрелась. Мне тепло и хорошо. Все, спасибо. Еще раз поздравляем вас с победой. Успехов в будущем. Пожалуйста. Все хорошо.